Всем привет! С вами Татьяна на канале «Секреты жизни на даче». Хочу вам сегодня рассказать про свой любимый огурец Клавдия. Очень урожайный огурец, сладкий. Никогда нет пустоцветов. В каждой пазухе 1-2 огурчика. Очень ранний, вкусный, без горечи. Подходит для засолки, для маринования. Растет просто обильно, урожайно. Такой необыкновенный огурец. Вот сколько лет я ращу огурцы, все время сажаю обязательно Клавдию. Обязательно. Это просто сказка. Очень хорошие огурчики. Сажаю в середине, сею на рассаду в середине апреля. Рассадой высеваю в теплицу. Быстро они плодят, 30-40 дней. И очень вкусные, очень. Это просто необыкновенной вкусноты огурцы. Могу даже... Ой, уронила одной рукой-то. И снимать. Очень вкусные огурчики. Урожайные, сладкие. Кто не пробовал, попробуйте. Посмотрите, в каждой пазухе огурчик. Нету ни одного пустоцвета. Посынкую, но оставляю на пасынках 1-2. Вот так. Вот так оставляю. Смотрите. Вот идет пасынок. И вот, ой, господи, еще лист оторвалась. И вот так вот они растут, огурчики. Очень урожайные огурчики. Сейчас подниму, уронила. Рассказывайте, говорит, какие выращиваете огурцы. У меня, мои подписчики. Вот, я рекомендую огурец Клавдия. Просто необыкновенный. Я от него в восторге. Клавдия – партенокарпический огурец, то есть гибрид, самоопыляемый, растет в теплице Подмосковья. На улице, конечно, ему холодно. У нас такая погода на улице нестабильная. Сегодня ночью было 8 градусов всего. Поэтому при такой температуре огурцы не растут. Но у меня растут. Я их поливаю, подкармливаю и собираю урожай. Очень хорошие урожайные огурцы. Попробуйте. Мне очень нравится. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии. Какие огурчики у вас самые любимые? Всем здоровья, счастья, мира. Всем пока.